притча. Настроение женщины – необъяснимая аномалия. Причины резких изменений не всегда понятны ей самой. Особенно, когда не хочется определять тех или кого она берегает. Любимого от причин, что она играет по тем или иным правилам. Пусть так, говорит она, и занимается собой, ждая в тысячный раз встречный ветер, пахнущий алой краской парусов. Пусть так, говорит он, и идет покупать новую парусную ткань. Поторопись, толкает ветер в спину, тебя ждут, нельзя, чтобы мечта пересохла в русле. Поторопись, шепчет солнце, раскрашивая закат и подсказывая цвет. Поторопись, омывает океан, давая силу. Поторопись, молится любимая, концентрируясь в мечте. Я так люблю тебя, и это путь. Путь в перспективу себя источника, путь в единость. Владимир Симонов, «Притча».